«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» – заключительная фраза обращения к советскому народу, который заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Молотов зачитал в 12 часов дня 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны. Этот призыв с некоторыми вариациями, а также по частям неоднократно повторялся в печатных изданиях и устных обращениях вплоть до конца войны. Его повторил и Сталин в своем первом выступлении по радио 3 июля 1941 года. Лозунг получил вторую жизнь в 1945 году при учреждении медалей. Надпись вокруг погрудного изображения Сталина гласила «Наше дело правое. Мы победили».